Вы смотрите видео об отеле Пулмаа, старое название Club Palm. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Пулмаа, старое название Club Palm, расположен в стране Турция в регионе Мармарис и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. 90 километров от аэропорта Даламан, 2,5 километра от Мармарис, в районе Армуталан. Территория гостиницы занимает 3000 квадратных метров. Небольшой отель для экономичного отдыха. Состоит из одного четырехэтажного основного здания, а также четырехэтажного дополнительного корпуса. Расположен в 150 метрах от моря, на окраине города Мармарис, в районе Ситилер. Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется один ресторан, два бар, один конференц-зал до 60 персон, два открытых бассейна, один водная горка, прачечная, лифты, обслуживание номеров, сейф на ресепшн платно, беспроводной интернет в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар платно, душ или ванна, фен, телефон, покрытие, ламинат, балкон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из общее количество номеров – 153. 153 стандарт rooms, 24 квадратных метра, максимум 3 человек. Main Antoinette Buildings. 2 номера для инвалидов – стандарт rooms. 3 номера для некурящих. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть комментарии, анимации нет. Открытый бассейн. Водные горки. Комментарии к бассейну и горкам – 2 открытых бассейна, площадь каждого 140 квадратных метров. Часы работы с 8 часов ровно до 17 часов ровно. 1 водная горка, часы работы с 10:00-1600. Спа-центр платно, хаммам платно, сауна платно, массаж платно, аренда велосипедов платно, бильярд бесплатно, тренажерный зал бесплатно, настольный теннис бесплатно, также бесплатно доступны фитнес-центр, настольный теннис, бильярд. За дополнительную плату имеется сауна, турецкая баня, массаж, для детей есть один открытый бассейн, детская коляска платно по запросу. В ресторане – детское кресло, детская площадка, автобус на пляж бесплатно, шезлонги бесплатно, матрасы платно, зонтики бесплатно, не предоставляются или отсутствуют полотенца. Пирс, понтон – нет. Территория пляжа – городской песчано-галечный пляж. Вход в море – галька. Комментарии между пляжем и отелем – дорога, подземного перехода нет. Автобус на пляж ходит 2 раза в день. Год постройки гостиницы – 1993, Main Building, 1995, Annex Buildings. Год, когда был сделан последний ремонт – 2004, Main Building, 2009, Annex Buildings. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.